Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который проходит в нашем районе под девизом «Воинский долг, честь и судьба» богат на отличные мероприятия. Наша съемочная группа побывала в первом лицее на торжественной линейке, посвященной старту военно-патриотического движения «Памяти героев будем достойны». Тему продолжит Андрей Вишневский. В зале боевой славы первого лицея собрались школьники, чтобы принять участие в открытии военно-патриотического движения, которое проводится в рамках всероссийской акции «Парта героя». Директор лицея Любовь Белик обратила внимание на особый, не совсем обыкновенный характер мероприятия, призвала ребят быть достойными памяти героев, имена которых в лицее известны всем. Надо было вот за этой партой школьной научиться любить свою родину. И те наши выпускники, посмотрите, сколько их, ребята, наших выпускников и учителей. Наши выпускники, которые стали героями Советского Союза. Еще раз посмотрите на эти стенды, на эти лица. Они, наверное, за этой партой. Это науки, самые главные науки любви родине, научились. Старшина Славянского морского собрания Николай Кузнецов сердечно поздравил собравшихся с приближающимся праздником – Днем защитника Отечества. Пожелать вам крепкого здоровья всем, вашим родителям, чтобы вы также и дальше продолжали учились на хорошо, отлично, активно участвовали в делах класса, школы, занимались спортом, посещали различные кружки, вам все это в жизни пригодится. Прозвучали стихи в честь героев Советского Союза, имена которых носит лицей. Затем состоялась церемония награждения учащихся младших классов, которые добились успехов в учебе, ведут активную общественную работу. Переходящие кубки вручали директор лицея и его гости, в том числе начальник управления образования Славянского района Олег Синтищев. Для награжденных, которые затем сфотографировались за партой героя, все это стало волнующим событием. Я очень рада, что получила переходящий кубок и посидела за этой партой. Это большая честь для меня. Я буду стараться, чтобы в следующий раз опять получить этот кубок. Надолго запомнится старт военно-патриотического движения «Памяти героев будем достойны» всем школьникам, которые были на торжественной линейке. Я, конечно, жду того, что когда-нибудь попаду на эту парту, но мне еще и приятно за своих одноклассников и за других ребят, что они попадают и хоть на мгновение представляют, каково было тем детям в то время. Переходящие кубки будут еженедельно передаваться лучшим ученикам, проявившим себя в учебе, спорте и творчестве. Право сидеть за партой героя можно заслужить, если отлично учишься и активно участвуешь в жизни класса и школы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».